Привет, друзья! Привет с далекого Вьетнама! Сегодня ко мне пришли друзья, гости в кафе. Мы тут и завтракаем, и кофе пьем, вспоминаем Белоруссию. Они учились в Белоруссии, работали и учились давно в Белоруссии. Так, мы тут кушаем, у нас... помело, вьетнамский фрукт, помело, это рис, называется сой, и вьетнамская колбаса, апельсины, кофе, натуральный, это сдача апельсины. Вот, а это у нас фрукт. Как по-вьетнамски фрукт? Кобэй, да? Да. Как называется? Бэй, правильно, помело по-русски. А где? Расскажи, ты в Беларуси, какой город? Могилев. Могилев, город Могилев. Вот, видите, колбаска какая? Это колбаска? Сделана вручную, натуральная колбаса. Как колбаса по-вьетнамски? Зо, да? Зо, по-вьетнамски. Давай, передавай привет. Че, смотри сюда. Это черный кофе вьетнамский, очень вкусный. Да, кафе. Это с молоком кофе. Тоже вкусно. Вьетнамский чистый кофе, натуральный делается. Чай зеленый. Да, все завариваем, все сами. Чай зеленый. Рис, популярный рис. Сой. А, сой с кукурузой, да? Ага. Это утром делают во Вьетнаме, завтракают сой с кукурузой. Они принесли, здесь сразу завтракают, пьют. Да. Hello. Прикалываются. Hello, Галя. В Могилеве сколько ты лет была? В Могилеве сколько лет там была? 16. 16 лет? Mm-hmm. Вот, работала 16 лет, да? А на рынке ты работала, да? Обувной фабрика. Все время на обувной фабрике? 6 лет. 6 лет на обувной фабрике, а потом где работала? На рынок. Да, на рынке торговала. Да, передавай привет всем, давай. Кто, где, кто с Могилева у вас во Вьетнаме? Ведь много друзей. Да, передавай всем привет. Ну, скажи привет всем. Всем привет. Всем пока-пока. Кафе. Окей. Это была с вами Юля с Вьетнама, рубрика. Утренняя рубрика. Новостная рубрика. Всем пока.